или симфоническая музыка. Все у нас сырая какая-то. Сырая любовь, она совершенно незаорганизованная, незаштампованная. Она резкая какая-то, иногда она разная. Разная вот эта любовь и творчество здесь, именно в рок-музыке, оно вот таково. Оно может грубовато иногда. Но это все очень, это должно быть. Как жизнь. Потому что рок-музыка, это, наверное, так же, как и авторская песня, одно из самых демократичных искусств. Потому что мы в чем ходим, в том поем. Вроде как неправильно, а на самом деле правильно. И говорим со сцены то, что думаем. Вроде как тоже не положено, а положено. И так далее, и так далее. И вот в этом есть какой-то хороший кайф. И наша жизнь, и наша работа. Сырье. Любовь наша несовершенна. Потому что совершенная любовь – это любовь фонограммщика и попсу. А любовь живого, она несовершенна, и в этом нет. Что-то я сказал. Спасибо большое. Нет, это нормально. Знаете, центральный, сейчас вот живая музыка, старая любовь, она не формат. Она не формат просто на центральных каналах. Мне кажется, что есть такая установка, как в Древнем Риме в свое время, перед тем, как он развалился, и на хлеб взялись. Сейчас это есть, посмотрите, включите центральный канал. Какая-то музыка. Все одна фонограмма. Мертвая, высокоточенная, профессиональная любовь, от которой просто тошнит, потому что это какие-то сверла, какие-то болванки, и Бог его знает что. На любовь это все не похоже. Но так вот продюсерам центральных телеканалов кажется, что вот они добились этого совершенства. Нет ни авторской песни, ни Грушинского фестиваля. Нет ничего, и мы, конечно, тоже не формат. Не формат, очень редко нас показывают. Приглашают постоянно, но приглашают действительно покататься на коньках там, или поразмышлять о новых каких-то, о новых там прокладках. Я в этом не разбираюсь. Бред какой-то. Я вот сейчас новую песню написал. «Липкий ужас. Под куполом цирка, в боксерских початках. Жмет балетная пачка, страховка на рыбье метлу, заливает гримфо, отслоилась глазная сетчатка, толстый запах лежу, холодеет и рвется в паху». Ты, конечно, герой, в каждом доме что-то там на ужин. Ну и так далее, вот этот серый голубь, который сейчас поет, он в каждом доме на ужин. И в каждой тарелке эти чуваки, и да, плавают, как о теме Троицких хорошо сказал, очень много появилось певиц с кличками восточноевропейских овчар. Знаете, все этим словом назвать. И так далее. И все вот это есть, и все это мучает наш народ, но он потихонечку привык, кстати, к этому и как-то это все. Для чего и откуда песня заказывает? На нас это Божий кара, по глухим деревням. По заставам бескрайней степи, нам лишь несколько лет до потопа, видны до кошмара. А ты бой, серый бой, ты бой, и, конечно, среди. Они будут петь всегда, эти серые голуби, серые боровы. Вот мы все будем рубиться, там, воевать, умирать. Неважно, у них всегда будет праздник. Всегда будет какой-то корпоратив. Я не всегда спою. Но с этим мы не воюем, потому что это планктон, а с планктоном воевать смысла нет. Просто мы всегда стояли за то, чтобы немножко гудит здесь. Вот это что? Все слышно, что, да? Да, все. Я как
все время подгуживают. Мы за то, мы не против попсы. Ничего против нам нельзя и не нужно. Я же в таком возрасте, что уже навоевался. Мы за, но мы не против попсы, но мы за живую музыку. Мы за то, чтобы на наших центральных телеканалах была представлена разнообразная, кое очень много всякой живая музыка. Не только вот эта попса. Как при советской власти нас глушили маршами и Кобзоном, то сейчас нас глушат Кобзоном и попсом. Мало что изменилось, друзья мои. Это какой-то ужас. И мы не против там каких-то политиков. Мы за нормальную политику. За то, чтобы человек на нашей земле, в нашей стране, это действительно звучало гордо. Чтобы он имел не только свои обязанности, но и права. Чтобы был независимый суд, независимая исполнительная власть законодательная. Чтобы они друг друга не знали. И не было у них этих каналов, и не было этой жестокой, ужасной просто коррупции. И чтобы инициатива на местах не душилась. И чтобы человек современный не путал любовь к родине с любовью к президенту. Это разные вещи, друзья мои. Президент может ошибаться, потому что он человек живой. Надо вот это вот... Нужно думать. А у нас, к сожалению, этого все меньше и меньше. Много о чем есть петь, о чем говорить. Нормально.